Великий Коста. Именно так полюбовно осетины называют отца и основоположника родного языка и литературы. 15 октября, день рождения Косты Хитогурова, национальный праздник всей Осетии. Ведь именно его стихи знает каждый представитель южного народа. Каждый человек, каждый осетин, он в душе он носит вот это имя. И то, что он создал, то, что он написал, поэзию, это она проходит через каждого из нас. На праздничном концерте, посвященному великому поэту, звучат не только его стихи и осетинская музыка. Со сцены исполняют и песни других народов. Председатели всех национально-культурных центров пришли поздравить дружеский народ. Огромное спасибо вот всем руководителям национально-культурных объединений, что участвуют в этом мероприятии. Это еще один шаг для сближения, для большего сближения и дружбы между народами. Мы в городском округе Самара совместно с нашими национально-культурными центрами демонстрируем, что мы едины. Мы в состоянии сплотиться для решения любой задачи, которая стоит перед нами. Задача сохранения национально-культурных традиций, их приумножения. Праздник в честь Косты Хитогурова в Самаре отмечают в 15-й раз. Осетины отмечают, что все больше молодых выступают со своими номерами. А значит, главная цель – сохранить народные традиции – успешно выполняется. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.